единственный район в области, где с питьевой водой все хорошо. В Тюркубасском районе в 60 селах из 63 жителей пьют воду из центральной водопроводной системы. Сельчане оставшихся трех аулов пьют воду из колодцев. Районный акимат считает нецелесообразным в эти отдаленные районы подводить воду. Качество воды там хорошее. Переезжать из неперспективных аулов люди не собираются. Поэтому мы не будем тратить деньги. Сейчас проводится установка счетчиков потребителям. Это даст возможность экономить питьевую воду. В данное время проводится акт прием-передачи ремонтных работ систем водоснабжения сел Тасагыз и Коксагыз. На эти цели с республиканского бюджета было выделено 39,5 миллионов тенге. Такая же работа проводится в селе Рыскулово и Макталы. Однако жители обеспокоены качеством воды. Свои опасения они высказали в ходе приема граждан первым заместителем акима области. Ученый Мирошников доказал, что в составе почвы есть сера. Дождевые грунтовые воды подпитываются ею. Эту воду пьют не только жители Тюркубаса, но и жители Сайрамского района. Если так дальше будет продолжаться, будет второй Семипалатинск. Районному акимату поручено проверить состав воды. Если подтвердится наличие серы в почве, то и принять срочные меры. Если учесть, что в рамках госпрограммы развития регионов были профинансированы ремонтные работы в Састубе, Кире, Джаскишу, Майтубе, Азатык, где уже провели воду, то проверка качества воды должна быть проведена незамедлительно.